Армия волонтеров с каждым разом становится все активнее. В минувшие выходные благотворительный фонд «Жить с мечтой» передал участникам СВО автомобиль высокой проходимости для выполнения специальных задач. Помимо автомобиля, очередная гуманитарная помощь отправилась в зону военных действий. На линию фронта передали 5 тонн продуктов длительного хранения и необходимое обмундирование. В сборе принимали участие местные власти и жители города. Сегодня обратилась воинская часть, одна из тыловых частей, которая обеспечивает наших защитников продовольствием. Им нужен был автомобиль «Нива» высокой проходимости для того, чтобы они оперативно могли доставлять продукты питания. Мы решили помочь. Благотворительный фонд «Жизнь с мечтой» открыл сбор, собрали необходимую сумму, приобрели автомобиль, восстановили его, соответственно, привели его в такой боевой вид. И сегодня мы передаем этой воинской части этот автомобиль. Сейчас крайне важно всем быть вместе, объединяться. И наш фонд, и наш центр гуманитарной помощи, он всегда открыт для людей, которые готовы внести свою лепту, свой вклад посильный в нашу победу. Давайте вместе помогать нашим ребятам. Во-первых, им будет легче, и они будут чувствовать, что тыл с ними. Но вместе всегда больше, вместе всегда лучше. Мы победим. Поддержка для бойцов сейчас важна не в словах, а в конкретных делах и действиях. Такой привет из дома придает ребятам сил и поднимает дух. Гуманитарная помощь всегда — это и поддержка для наших военнослужащих, и моральная, и материальная. Вдвойне приятно, что гуманитарная помощь оказывается родным для меня Ставропольским краем. Все для фронта. Автомобиль вместе с продовольствием уже отправился в зону боевых действий. Сабина Гурбанова и Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.